Как проверить датчик положения распредвала? Включаем зажигание. Далее нам понадобится мультиметр. Черный провод запитываем к массе. Зачищаем провод, который отвечает за положение датчика. И красный провод от мультиметра присоединяем к нему. На мультиметре у нас должно быть 5 вольт. Далее подносим датчику любой намагниченный предмет. После этого контакты должны рассоединиться и мультиметр должен показать 0 вольт. Это означает, что датчик рабочий, ведь магнитная метка есть на каждом распредвале.